Так, привет, ребята. Здравствуйте, зрители. Опять обзор яиц. Неправильный вес. Вот видите весы, нормальные весы. Ноль стоят ровно. Это ровная площадка. Вот сами яйца. С любовью. Что еще? Вот они. Вот значок. CV. S1. S1. Вот он. Это не поддельные. S1 55 грязные, как обычно, грязнющие. Вот, видите, грязь, даже не помытые. Вот грязь. Ну, не сильно, кстати, грязные, бывают грязней. Так, вот они. Мне надоело уже снимать. Вот. Рао. Так. Вот весы. В порядке весы. S1 55-65 грамм. Блин, надо в магазине отдавать. Кстати, там же весы есть. Блин, в следующий раз отдам. Надоели. Я десятки раз снимал. Десятки раз. И много. И половина яиц. И больше. И постоянно. Ну, сейчас здесь два яйца. Вот. Вот яйцо. Видим. 51. Ну, явно не 55. Так, вот это яйцо. Вот оно лежит. Я не подделываю. Вот второе. Кладем. Вот оно. 52. Ну, тоже не 55. То есть это категория S2. Ну, блин. Ой, короче, это просто воровство. Ну, не может там, я понимаю, грамм какой-то туда-сюда не подходил бы, но 51 грамм, оно не могло уменьшиться. Это просто воруют. Говорят, вот работай, чтобы счета оплачивать. Какие счета в жопу? Кругом монополии. Они просто задирают цену в 1000 раз. Вот здесь, ладно, цена вот какая-то. Я не говорю, цена какая-то, хотя, ну, как сказать, ну, обычная цена на яйца, но постоянно вот это. О, 50, интересно. Вот, это просто воровство, и ничего. И ничего. А если ты в магазине своруешь, тебя посадят, и ты сдохнешь в тюрьме. И они говорят, работай, кредиты бери. Зачем? Если ты вечно будешь нищий. Сколько бы ты ни работал, ты всегда будешь нищий. Потому что здесь другим чиновникам с помощью законов можно воровать, все украсть, а тебе... А тебе ничего нельзя. То есть тебя будут отворовывать. Естественно, жаловаться бесполезно. Роспотребнадзоры, суды это прикрывают. Эти структуры, которые их прикрывают. Вот. Я много раз уже снимал про эти яйца. Наверное, я перестану снимать. Ну, сдавайте в магазин. В магазине взвешивайте и просто отдавайте обратно. Я, кстати, надо попробовать так сделать. Дам, что-то мне только сейчас в голову пришло. И чек, конечно, сохраняйте. Потому что они будут кривляться. Ну, естественно, все продукты плохие, они отвратные. Это просто яд. То, что там продукты подорожали на 40-50%. Все они ужасные, безвкусные совершенно. Один только вред от них. Говорят, работай, работай, работай. На что работай? Тут ничего нету. Ни зарплат, ничего, ни еды. Просто всю эту еду можно сразу в мусор выкидывать, а не то, что продавать. Ну, естественно, они обманывают. Ну, я снимал, помню, я не выложил курицу, филе
жаришь, воды 100 грамм натекло, со свинины тоже натекла вода, не довесили 100 грамм. Вот. Ну, рассказал я, если те ролики забуду выложить. Так, ну на этом все. Спасибо, до свидания. Это был недовес яиц. Вот, всем пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. До следующего ролика. И не давайте себя обманывать. Так, а что это?